Куртки категории крем Джек Джонс. Это английские куртки, кстати, мужские и женские. Размер XL. Получается мужская куртка большого размера. Смотрим рукава. Как обычно, локти чистые. Состояние хорошее. Далее, 10 размер здесь указан. То есть размер получается чуть меньше среднего. Пуговицы все на месте. Состояние хорошее. Сейчас я покажу. Рукава идеально чистая. Локти, кстати, цвет как-то переливается, по-моему. Да? Ладно. Состояние хорошее, одним словом. Так, замок здесь работает. Размер, к сожалению, не указан. Остальная фурнитура вся на месте. Капюшон тоже на месте. Примерно M-ка. Так, далее 2XL. Это женская куртка. Замочки работают. Рукава, локти чистые. Здесь тоже чисто. Ниточка только торчит. Так, замочек работает. Состояние хорошее. Так, мужская куртка. Спортивная. Рукава чистая. Локти чистые. То есть каких-то пятен нет. Капюшон у нас спрятан в воротнике. Здесь имеется. Спортивная такая куртка. Кстати, вот есть подклад отстегивающийся. Размер M. Среднего размера куртка. В хорошем состоянии. Так. 2XL указан размер. Локти, рукава чистые. Состояние хорошее. Еще одна женская куртка большого размера. Так, вот они, рукава. Локти. Так, тут тоже без пятен. Вот эти нитки, кстати, торчат. Здесь тоже. Кстати, замок двойной. И снизу можно открыть при необходимости. И сверху расстегнуть, имею в виду размер. Большой XL. Так, это Англия, пуффа крем называется данная позиция. Мешки примерно по 15 килограмм. 170 сантиметров указан рост. Так, чуть-чуть катышки начали появляться на воротнике, но это, по-моему, ничего страшного. Так, надо будет расчесать. Резинки эластичные, в форме хорошей. Замки работают, состояние хорошее. Так, вот рукава, локти чистые. Следующая куртка белая. Размер не указан. Капюшон отстегивается. Тоже надо будет, наверное, привести в порядок. Рукава, локти чистые. В целом состояние хорошее. И цвет такой белый, марки. Ну, как видите, пятен нет. Все в идеальном состоянии. А дальше размер LXL. Это бренд Oliver. А куртка мужская, без капюшона. Капюшон здесь не предусмотрен. Оливер. Так, рукава, локти чистые, в хорошем состоянии. Замок работает. Кстати, тут тоже написано Оливер. Скорее всего, оригинал. Дальше, Элька 52-54. Состояние хорошее. Мужская куртка. Тоже капюшон здесь не предусмотрен. Много вот курток именно больших размеров. Это женская куртка большого размера у нас, к сожалению, тут не указано. Сейчас попробуем найти. Капюшон отсутствует, хотя предусмотрен. Так, размер 48 европейский. Это получается 54 российский размер. Еще одна женская куртка тоже большого размера. Рукава, локти чистое, состояние хорошее. А бирки нет. Элька. 52 размер.
Так, спортивная куртка, рукава, локти чистые. Замок работает. Кстати, куртка, по-моему, двойная. Замок двойной стоит. Капюшон спрятан в воротнике под замком. Да, можно носить обратной стороной тоже. Ну, тут флис получается у нас. Карманы тоже есть на замочках. Замки работают. Так, женская куртка маленького размера, в хорошем состоянии. Вот тут есть резинка, которая без катышков, эластичная, в хорошей форме. Так, фурнитура вся на месте. Размер 36 указан европейский, это соответствует 42 российскому размеру. Состояние хорошее, рукава, локти чистые. Так, еще одна женская куртка. В основном женские куртки, мужских не так много. Размер 46 указан европейский, это соответствует 52 российскому размеру. Вот рукава, чистые локти, тоже чистое, состояние хорошее. По-моему, это М-ка, размер средний. Нет, S-ка, 36-38 даже. Отстегивается воротник. Капюшон тоже отстегивается. Так, рукава и локти чистые. Кстати, это пуховик. В хорошем состоянии. Так, мужская спортивная куртка бренда Jack Wolfskin. Состояние хорошее, по-моему, да. Размер L-ка. Рукава и локти чистые. Так, и последняя куртка из этого мешка у нас женская. Размер, к сожалению, не указан, там этикетки нет. На внутренней этикетке размер M стоит, то есть примерно 46-48 российский размер. Рукава и локти чистые. Что ж, на этом все.